На проспекте Победы дорогу не поделили «Мазда» и «Газель». Легковушка получила удар в заднюю часть, когда пыталась перестроиться в соседний ряд, ближе к обочине, заехать на заправку. Участники аварии не пришли к единому мнению о виновнике и предпочли дождаться на месте сотрудников ГИБДД. Анна Городнова постаралась восстановить картину происшествия. Сижу просто, бам, прилетело, меня откинуло, и все, я даже не понял ничего. Всю ответственность за произошедшее владелец «Мазды» возложил на водителя «Газели». Мужчина пояснил, что фургон въехал в заднюю часть его автомобиля, когда он едва начал перестраиваться. Я вот ехал, хотел на заправку заехать, тут все по автобусной едут, летят, я не могу даже заехать. И все, маленько начал тормозить и прилетело. Второй участник аварии заявил, что ехал по своей полосе на скорости 60 км в час. Легковушку на своей полосе заметил в последний момент. Двигался по крайней правой полосе. Резко начал сворачивать заправку. Хотел с средней полосы заехать в заправку. А он как-то поворот отключил или... Нет. Учитывая, что никто из автомобилистов не признал свою вину, оба остались дожидаться автоинспекторов. При этом водитель легковушки уверен, что правда будет на его стороне, так как у него есть свидетель с видеорегистратором. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.